По оригинальному танцу в исполнении брата и сестры Александра и Романа Зарецких готово все и все в Хельсинкском дворце спорта Hartwall Arena. В борьбу вступают сильнейшие 10, ну точнее 9 пар в отсутствие Домнины и Шабалина, которые лидируют после исполнения обязательного танца. Александра и Роман Зарецкие взяли уже знакомую нам мелодию свинга «Пой-пой-пой» Луи Прима и Линди Хоп Кэба Кэллоуэя «Понимаешь ли ты что-нибудь в джайве?» Сестра Александра и Роман Зарецкие, уроженцы Минска, и поначалу был настоящий семейный подряд у этой пары, которая существует в таком составе с 1995 года. Их тренировали их же родители, но когда пара стала выступать за Израиль, и когда пришли первые более-менее серьезные успехи, было решено сделать ставку на более подкованного, что ли, более профессионального тренера. И начиная с сезона 2006-2007 Александра и Роман тренируются под руководством Галит Чайт, в совсем недавнем прошлом известной израильской фигуристки. Достаточно сказать, что в паре с Сергеем Сахновским эта спортсменка стала бронзовым призером чемпионата мира 2002 года. Well, you know, gay, I ain't no, are you a solid bring it down? Listen here, Jack. После исполнения обязательного танца Александра и Роман занимали 10-ю позицию, и единственный среди тех, кто уже успел выполнить свою оригинальную программу, набрали за обязательный более 30 баллов, 30.19. Впрочем, для того, чтобы подняться повыше, им нужно будет приложить немало усилий. По жребию им повезло выступать в пятой разминке, в которой собраны практически все сильнейшие, занимающие первые три места Хохлова-Новицкий, Фаэлла Скалли и брат и сестра Керри. Ну а в шестой разминке пойдут уже пары, которые после обязательного танца были за пределами первой тройки.
Олег популярный. Ну, редко есть. Любимая. Яшка, Мишка, Даник. Для тебя было. Никого не забыли. Александра и Роман перечислили всех родственников и близких в своих приветах. И теперь оценки израильского дуэта. Очень достойные оценки, даже больше того, просто великолепная сумма. 51,65 балла. При максимуме у этих спортсменов 58,10. Ну, естественно, они становятся лидерами с результатом 81,81.